При рисовании на темной ткани иногда бывает недостаточно покрыть одним слоем. Вот здесь уже два слоя, и все равно темное проявляется. Поэтому смотрите внимательнее. Может быть, сделать несколько белых бликов и оставить так, как есть, либо покрыть еще на один слой. И цветы, которые мы нарисовали здесь, они достаточно, как сказать, получились более темные, чем те цветы, которые мы рисовали на белой ткани. Возможно, есть смысл подождать, когда все высохнет, и если это не одежда, а ткань достаточно плотная ткань для декоративной подушечки, то можно нанести еще один слой. Если же это одежда и ткань тонкая, то, конечно, нельзя делать много слоев, иначе будет очень грубая и плохо сгибаться. То есть ткань должна оставаться достаточно гибкой после этих красок. В этом и разница рисовать на ткани акриловыми красками и рисовать акриловыми красками на холсте. Потому что там можно делать несколько слоев, и все эти слои, если что-то не получилось, то можно либо убрать, либо поверх этих слоев. На ткани это нельзя так сделать. Поэтому я очень рекомендую все рисунки делать только по шаблону. Если вы постоянно будете рисовать от руки и что-то будет не получаться, и вы постоянно будете все это смывать и начинать снова, то в итоге может получиться большое разноцветное пятно, которое потом уже сложно будет что-то с ним сделать. Шаблоны всех моих работ, которые есть на видео, на всех моих видео, вы можете взять в группе ВКонтакте, ссылка под видео. Ссылки на все мои группы находятся под видео. Задавайте вопросы, я отвечу. Также подключайтесь к каналу. И смотрите все мои видео. Полностью закрыть синий цвет не получится, да, может быть, это и не надо. Он все равно будет так или иначе виден. И в конце наносите блики белым цветом. Если есть белый перламутровый цвет, то можно белым перламутровым. В любой картине надо вовремя остановиться. Ну, цветы, пожалуй, больше не буду трогать. Теперь листья и все остальное.